Коллективу Российской национальной библиотеки представили нового директора Владимира Гронского. На встречу приехала замминистра культуры Ольга Ярилова. Она отметила, что РНБ продолжит развиваться как научный и методический центр. Одна из главных задач, которая стоит перед новым директором, это усовершенствовать имущественный комплекс библиотеки, а именно привести в порядок здания на Фонтанке, Садовой и Московском проспекте, а также развивать проекты по сохранению и реставрации книжных фондов. Это должен быть ведущий методический центр, научный центр. И я уверена, что Владимир Геннадьевич, человек, которого очень хорошо знает петербургская культура, безусловно, справится с этой задачей. В свою очередь Владимир Гронский рассказал, что надеется добиться широкой известности для РНБ не только в России, но и за рубежом.